Она умеет хранить тайны, и ей ничего не стоит обмануть детектор лжи. Разведчица-нелегал Елена Вавилова. Мне хотелось сделать что-то для общества. Как ей удавалось 20 лет жить под прикрытием? Я могла бы быть совершенно другой национальности и работать под другим прикрытием, но мне вот пришлось быть американкой. И сколько времени она провела в американской тюрьме? За нами следили, к сожалению, долгие годы. Американцам важнее было иметь этот источник, крота, как мы говорим, в центре, чем арестовывать нас. 10 фотографий с Ариной Шараповой. В пятницу в 23:40 на телеканале «Звезда».